Привет, друзья! С вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас в Хургаде. И мы сегодня с семьей решили выехать именно из отеля в сам город для того, чтобы погулять по Хургаду. И в этом видео мы разберемся с многими вопросами. И первое, с чего мы начнем разбираться, это транспорт. За сколько можно доехать в Хургаду из некоторых отелей. Мы, например, будем ехать с Mirage Bay Аквапарк 4 звезды. И есть, в принципе, три варианта. Первый вариант – это маршрутка. Сколько она стоит, мы будем разбираться в этом видео. Дальше есть такси и есть индивидуальный трансфер. В принципе, мы попробуем сделать все это на обычной маршрутке, потому что маршрутка имеет, как правило, самую низкую цену. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал и погнали! Итак, как только мы вышли с нашего отеля, с Mirage Bay Аквапарк 4 звезды, сразу, конечно, подбежали таксисты и предлагали отвезти в Хургаду. Значит, цена, за которую они предлагали отвезти, составляет $5. Мы ничего не торговались, мы сразу пошли немножко дальше для того, чтобы отойти от этого места, где стоят таксисты, и чтобы поймать маршрутку. В принципе, маршрутки останавливаются в любом месте, если только они увидели желающих поехать на этой маршрутке. Значит, чтобы вам было понятно, наш отель находится от Хургады примерно в 18 километрах. То есть $5 за 18 километров, с одной стороны, небольшая цена, но суть в чем, что нужно же увидеть, как выглядят маршрутки и какая же цена на маршрутке выйдет нам четверым доехать от нашего отеля в саму Хургаду. Итак, рассказываю некоторые нюансы, которые туристы должны знать за маршрутки в Хургаде. Маршрутки под названием микробас курсируют без точного графика и установленной стоимости билетов. Поэтому, как и в Шарм-эль-Шейхе, будьте готовы к тому, что вам придется поторговаться, а перед поездкой еще и расспросить водителя, куда едет микроавтобус и высадят ли вас возле вашего отеля или достопримечательности. Общественным транспортом пользуются обычно мужчины. Египтянок в маршрутке я увидел первый раз в жизни, хоть раньше несколько десятков раз я ездил на египетских маршрутках. Точного маршрута у микробасов я не выяснял, но, как правило, эти маршрутки ездят по определенным направлениям. Поэтому не на каждой маршрутке вы сможете доехать до нужного места. И всегда это нужно уточнять у водителя перед тем, как сесть в маршрутку. Время работы. Частота движения составляет примерно от 2 до 10 минут, плюс-минус. Курсируют они круглосуточно или нет, утверждать не могу. Но самое позднее время, в которое я ездил на маршрутке, было до 11 часов вечера. Оплачиваю проезд я всегда на выходе из маршрутки. Оплатить можно долларами и местными фунтами. Выгоднее оплачивать фунтами. Старайтесь иметь при себе мелкие деньги и рассчитываться с водителем точной суммой, так как сдачу водители могут не иметь и просто не дать вам сдачу с ваших оплат. За цену всегда договаривайтесь до того, как сели в маршрутку. Итак, друзья, пока мы ждали маршрутку, первую попавшуюся маршрутку, сразу останавливалось несколько таксистов, предлагали отвезти и за $4 от отеля Mirage Bay Аквапарк 4 звезды в Хургаду. Вот. И, в принципе, остановилась маршрутка. Я спрашиваю, сколько проезд? Он говорит тоже $4. Я ему говорю, как $4, если, допустим, нам такси предлагают за $4 отвезти. Тот, четыре, типа, говорит. Я говорю, не-не-не, подождите, говорю, тогда езжайте дальше, как бы, мы сейчас все разберемся, доедем. Тот сразу говорит $2, вот, с нас четверых. Я говорю, не-не-не, спасибо, говорю, и объясняю, что мы поедем только за $1. Вот, и потом еще подъехало штук 5 таксистов, которые, может быть, и дешевле предложили бы отвезти, баксов за 3, я сомневаюсь, но за, может быть, и предложили. Ну, в общем, в чем суть? Что нам все-таки он говорит, все, поехали за $1. А суть всего этого разговора именно в том, что мы перед тем, как ловить маршрутку, спросили у охранника в отеле, который был на этом
пропускном пункте в отель, сколько цена проезда от этого отеля до Хургады. Он нам сказал 5 фунтов с одного человека. Учитывая то, что значит курс доллара примерно 15-16 фунтов за 1 доллар, то есть как бы, ну, учитывая то, что у нас двое взрослых и двое детей, мы, в принципе, решили, что будем договариваться, что цена проезда на маршрутке с нас всех четверых в одну сторону будет 1 доллар. Потому что это, ну, в принципе, нормально. Ну, так оно и вышло, друзья. Кстати, в первой же маршрутке у нас это все вышло без проблем. Просто нужно как бы с ними правильно договариваться. Потому что, конечно же, местные водители будут с вас сбивать, конечно же, цену выше, чем реальная стоимость проезда. Но, друзья, я уже не первый раз в Египте. Если вы, конечно, первый раз в Египте, может быть, у вас это и не получится. А если вы уже не первый раз, если вы уже там раза 3-4 ездили, понимаете, как у них тут все происходит, то я думаю, у вас не будет проблем договориться за адекватную цену проезда с любой точки, где вы находитесь, там, где ходят маршрутки, ну, либо такси. Куда мы приехали? Значит, приехали мы, ребят, чуть-чуть дальше центра Хургады, подъехали мы к мечети. Почему к мечети? Ну, потому что я тут еще ни разу не был возле этой мечети, и мне хотелось бы посмотреть, как она выглядит, ну и сравнить, может быть, с мечетью Шарм-эль-Шейхе. Место такое колоритное, много местных. Конечно, все выглядит совсем по-другому, чем в Шарм-эль-Шейхе в Хургаде, особенно в этой части Хургады. То есть, ну, видно, что тут гораздо больше местных, все так подубитое, подзачуханное. Ну и смотрите сами, тут вот рынок, например. По-моему, это рыбный рынок. На карте, на Google карте именно так оно отображается. И попробуем тоже, конечно, туда зайти, посмотреть, что там по ценам, что там возможно. Есть ли такие варианты, как в Шарм-эль-Шейхе, допустим, чтобы там, ну, купить креветок и чтобы их там приготовили при вас. Хотя я сомневаюсь, что я их буду кушать из таких условий в Египте. Но для того, чтобы вы это все знали, конечно, мы постараемся посмотреть и все нюансы и детали показать вам. А мы потихонечку пробираемся к мечети, чтобы увидеть, как она выглядит еще в дневном освещении. Я, конечно, не знаю, получится, не получится у нас погулять до того времени, когда зайдет солнышко и когда начнется подсветка этой мечети. Но постараемся, конечно, все в этом видео показать. А пока что мы пробираемся сквозь автомобили, туристов местных. И, в общем, такое веселое как бы место, друзья, в плане того, что движняк, конечно, конкретный. А еще супруга говорит, что воняет. Не знаю, ну а что ты хотела? Египет. Итак, друзья, вот она мечеть. Но перед мечетью есть забор и площадь. Я думал, что тут вход свободный, хотя бы на эту площадь. Как вы видите, нет. Тут ворота закрыты. Сейчас вам покажу. Вот вход как бы в мечеть. Ну, как ворота. Но оно все закрыто. И, конечно же, подойти к мечети у нас не получится. Жаль, но хотелось бы посмотреть все-таки это поближе. А только что возле нас проходил какой-то типа бедуин и предлагал гашиш. Конечно, мы таким такое не употребляем, но, друзья, как видите, даже на ровном месте в самом центре Хургады предлагают всякую дрянь и наркоту. Но такой он Египет. Ну что, ребят, в общем, рискнули мы зайти на этот рынок. Конечно, запах тут просто нереальный. Ну, лично мне он не нравится. Не скажу, что тут грандиозно воняет, но тут явно не пахнет. Поэтому, увы, ну, я бы лично тут, наверное, точно ничего не покупал бы и не пробовал. Но сейчас посмотрим, что тут есть интересного. По 8, по 3, по 8 долларов, да? Добрый день. Посмотрите, ага, креветки, рыба, кальмар, лобстер, краба. Еще где недорого. Килограмм 8 долларов. Лобстер 18 долларов килограмм. Готовы 10 долларов. Итак, ребят, ну смотрите, просто нереальное количество выбора
рыбы, то есть кальмары, креветки различного размера и вида, есть крабы, есть лангусты, есть омары, там чего там, лобстеры даже предлагали. В общем, все что угодно можно купить на этом рынке без проблем, конечно. По ценам, смотрите, что по ценам, значит, креветки от 3 долларов за килограмм, плюс вам их приготовят. Есть за 3 доллара, есть за 8 долларов предлагали, за 9 долларов. То есть, ну, в принципе, все зависит от размера этих креветок. Лобстера нам предлагали за 19 долларов приготовить. Краба. Краб, значит, вид краба не скажу вам, но клешни у него были голубенькие. 6 долларов за килограмм. Ну и плюс, конечно же, любую рыбу тоже вам, в принципе, тут приготовят. Но, ребят, чисто как бы мое мнение, то, что я видел, да, я понимаю, что теоретически рыба с этого рынка идет и в рестораны, там, и в дорогие отели, и в рестораны морепродуктов, но гигиенически я просто не готов там что-то покупать и кушать. То есть моральная сторона реально как бы моя говорит, что ни в коем случае там не надо покупать себе, если не хочешь, чтобы ничего потом не воспользоваться страховкой, короче, вот так вот. Но это лично мое мнение, ребят. Если вы тут были, если вы чего-то покупали, например, креветки, там, лобстеров, крабов, или там вам готовили все это, то есть обязательно, ребят, поделитесь вашим мнением в комментариях под этим видео. Я это все, конечно же, почитаю. Если у вас есть вопросы еще какие-то по этому рынку, друзья, то вы тоже их пишите в комментариях. Кстати, чтобы вам было понятно, где этот рынок находится, он находится сразу перед мечетью. Но на всякий случай в описании к этому видео я оставлю координаты на Google карте, чтобы вам было все понятно. Вдруг вы все-таки решитесь пойти на этот рынок и чего-то себе прикупить. Хотя, я же вам еще раз сказал, что лично моим бы туристам, которым я организовывал бы отдых, я бы не рекомендовал бы там чего-то покупать. Потому что санитарное состояние, его просто там нету. Еще несколько пунктов было, где продавали различные фрукты, в том числе и манго. Мы спросили, какую цену имеет манго в этом месте, и нам ответили 40 фунтов. Я попросил, чтобы нам сказали, сколько же это выходит в долларах. На что нам ответили, это выходит 2 доллара. Хотя, если пересчитать фунты на доллары, то это 2,5 доллара. Но, в принципе, манго имеет относительную стоимость, потому что в октябре-ноябре цена ниже, в декабре цена выше, а в январе, когда манго отходит, вообще цена космос. И еще обращаю ваше внимание, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нигде не пробуйте немытое манго. Потому что если вы не хотите, чтобы у вас были проблемы, отравления и все тому подобное, то ни в коем случае, никогда, еще раз обращаю 10 раз ваше внимание, не пробуйте немытый манго. Ну что, друзья, попробуем попасть на Хургаду Марину. Это такая набережная, которая есть тут, в этом городе. Посмотрим, что тут есть и как сюда вообще попасть, можно или нельзя, потому что я смотрю, есть пропускной пункт. Давайте разбираться. В общем, ребят, пропускной пункт, который вы видите сейчас за моей спиной, это всего лишь рамка, которая там сигналит на наличие металла. Но то, что она просигналила, меня никто не остановил, и мы идем дальше с семьей гулять по набережной. Так что погнали, посмотрим, что тут есть. Ну что, друзья, конечно, место интересное. Много, очень большое количество различных яхт. Маленьких, больших катеров, прогулочных катеров, различных катеров, у которых есть прозрачное дно, то есть прогулочные, чтобы посмотреть, что там творится под водой. Хотя, конечно, вид через эти иллюминаторы, которые находятся под водой, ну, не самый интересный, потому что я плавал и видел, что это такое. Видел огроменную, красивенную яхту, друзья. Но что тут еще есть? Конечно же, множество именно кафешек. Кафешек, баров, где можно посидеть, там покушать, выпить чего-то алкогольного. Ну и сувенирные лавки. В принципе, как бы мы ничего не покупали тут на этой Марине. Потому что, собственно говоря, нам особо ничего не надо. А то, что надо, тут явно оно будет выше в цене, чем, например, там в других местах, которые тоже постараемся показать вам в этом видео.
В общем, если вы были в этой, на этой набережной, Марине, Хургаде, обязательно тоже в комментариях, друзья, напишите, что вы тут делали, чем вы тут занимались и что интересного вы можете рассказать по этой Марине. Кстати, днем она выглядит, естественно, по-своему, то есть есть пальмы, это то, что можно посмотреть, сделать красивые фотографии, а ночью все эти кафешки тоже подсвечиваются. Так что, ну, если вы приедете вечером, то есть темное время суток, то тоже тут можно погулять. Но именно днем мне понравилось больше, потому что все-таки относительно фотографии, конечно, выходят интереснее именно при дневном освещении. Ну что, мы идем дальше на центральную улицу, там, где, в принципе, вся инфраструктура, то есть, ну, торговая часть. Посмотрим, что там, может быть, что-то купим. Ну и заодно узнаем, сколько манго стоит тут именно в самой Хургаде. Например, мы, кстати, спрашивали, сколько стоит манго на рыбном рынке. Там нам сказали $2 за 1 килограмм. Сейчас посмотрим, почем манго там, на улице этой, где находятся, ну, все торговые точки. Кстати, возле отеля тоже $2 у нас манго. Поэтому как бы за $2 мы точно тут манго покупать не будем, а купим его в отеле. Ну, не в отеле, а рядом с отелем. Потому что если найдем дешевле, чем 2, возможно. Ну, тоже как бы за пары долларов как бы тянуть его из центра Хургады в наш отель там на маршрутке как бы неинтересно. А вот, может быть, поедем на такси, то тогда, конечно же, можно купить и побольше манго, чтобы привезти домой знакомым, родным и близким в виде сувенира, ну, то есть презента из Египта. Солнышко полностью зашло. Сейчас на часах 17 часов 20 минут, и мы вышли на улицу Шератон. Торгово-променадная улица в городе Хургада. В принципе, как бы на первый взгляд, все обычно и стандартно. То есть торговые лавки, магазинчики, сувенирные лавки, одежда и различные кафешки и все тому подобное. Тут, конечно, все присутствует. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит. Возможно, что-то поинтересуемся по ценам для того, чтобы показать, что же тут за цены на этой улице. Что касается цен, то цены сравнивали только на манго. Почему на манго? Потому что это самый часто задаваемый вопрос от туристов, сколько стоит манго, где его купить и сколько его можно провести в самолете. Значит, примерная цена на улице Шератон, которую нам озвучивали, за 1 килограмм манго, это 2,5-3 доллара. Учитывая то, что такая же самая цена возле нашего отеля, в котором мы проживаем, Mirage Bay Aquapark 4 звезды, то объективности в покупке на улице Шератон в манго не было. Тем более, что возле нашего отеля манго можно купить от $2 за 1 килограмм. Кстати, да, еще в нескольких местах я уточнил цену на маски. Маски, которые на все лицо, тоже озвучивали примерно $10-13 за одну маску, но я дальше не торговался, просто так поинтересовался, и мы пошли дальше. Также обращаю ваше внимание, что на этой улице находится несколько отелей. Это Regina Resort, это Лепаша, Миномарк, Сигал и Белла Виста. Все эти отели эконом уровня. Самым лучшим считается Сигал. Все эти отели находятся на первой линии, и сразу за порогом этого отеля открывается вся променадная инфраструктура улицы Шератон. Поэтому, если, конечно же, вам нужна самая активная променадная зона и инфраструктура, то эти отели вам стоит рассматривать. Но когда вы рассматриваете эти отели, не забывайте, что это очень активная и шумная улица, особенно в вечернее время. И если же вы любите тишину и спокойствие, то все-таки обращайте ваше внимание на этот нюанс и хорошенько подумайте, может, все-таки лучше взять отель в удаленности и лучше пару раз съездить на эту улицу либо на маршрутке, либо на такси. В общем, ребят, недолго мы шли по улице Шератон, нам оказалось, нужно купить некоторые медикаменты, то есть нас попросили родные и близкие купить там различного рода лекарства.
Ну и плюс супруга себе какие-то витамины покупала. В общем, надо было зайти в аптеку. Мы зашли на улице Шератон, ну как-то нам показалось цены чуть-чуть высоковатые. И поэтому мы на гугле карте посмотрели еще, где есть аптеки, и решили все-таки еще пройтись по аптекам. И нашли одну улицу, такую как бы променадную, по ней не ездят автомобили, тут куча всех магазинов. В общем, сувенирных лавок, тоже все самое, что и на Шератоне, но как-то тут уютнее и комфортнее. Плюс есть пальмы и все такое. Ну, в общем, пошли мы по этой улице искать другие аптеки. Зашли в одну, в принципе, та же самая цена на те лекарства, которые нам надо было купить. Решили покупать. Но оказалась такая вот штуковина, что у нас есть только, из денег, условно говоря, 100 баксов, то есть, которыми мы можем расплатиться. Там, например, в аптеке. Да, там пара долларов мелких было, но это пара долларов, их, конечно же, не хватит для того, чтобы оплатить всю покупку, которую мы покупали в аптеке. Ну, в первой аптеке нам там мы решили взять где-то долларов на 20, но у него не было сдачи. Говорит, идите, ищите, меняйте, приходите, no problem. Разменять, конечно, не проблема на фунты, но фунты, ребят, ни в коем случае не меняйте много денег на фунты. Об этом я расскажу вам чуть-чуть в другом месте, возможно, в другом видео. Так вот, пошли ж искать, где разменять эти деньги. Идем, тоже непримечательная такая аптека, зашли туда, цены те же самые. Ну, супруга там набрала чуть-чуть больше, конечно, медикаментов. В общем, вышло нам это на 34,5 доллара, но у него тоже не оказалось сдачи. Ну, этот, слава богу, пошел, поискал, нашел, где разменять, разменял, и мы рассчитались, купили мы эти лекарства. В принципе, больше мы таких покупок тоже тут не делали. Кстати, мы еще покупали два фреша, это в самом начале, но тоже ситуация оказалась интересная. Значит, я ж достаю 100 баксов расплатиться, а у него нету, говорит, поменяйте. Правда, вы тут нигде не поменяете. Что ж делать, говорю, окей, тогда мы на обратном пути, если разменяем, зайдет. Он говорит, берите, на обратном пути зайдете, оплатите. Вот мы сейчас как раз и возвращаемся в это место, где мы брали два фреша, значит, стоимость за два фреша вышла 3 доллара. Есть 5 долларов, сейчас попробуем рассчитаться за этот фреш. Thank you. Bye-bye. Катя, дай за бабушки. Друзья, и вот мы опять на улице Шератон. Движняк, конечно, тут просто капец. Самое интересное, мы прошли метров, наверное, 100 и вообще не увидели ни одного перехода. При этом, что реально получается движение такое интенсивное, что попробую еще перейти эту дорогу. Мы перебежали, взяли нашу Катюшку на руки и пришлось перебегать, потому что я даже не представляю, где тут есть переход. И сейчас мы идем, я нигде не вижу этих переходов. И такое вот движение интересное. Все едут и сигналят. Постоянно сигналят. Мы ехали на маршрутке, она все время сигналила. И не только маршрутки все время сигналят. Таксисты все время сигналят. В общем, как-то так интересно получается. Я знаю, что они сигналят. Но почему они сигналят? Конечно, мне тоже интересно это. Кстати, небольшая подсказка, друзья, если вы не знаете, как доехать, куда доехать в центр Хургады, так, чтобы вам было просто там погулять, найти эти все торговые точки и всю эту променадную инфраструктуру, просто говорите в маршрутке, либо таксистам, вам нужно к Макдональдсу, и вы как раз приедете именно в самый центр Хургады, где вся променадка и находится. А отсюда уже, конечно, гулять пешком к Хургаде Марина, то есть на пристань, там, где находятся эти красивые яхты, и та самая пристань. В принципе, и до мечети тут
пара метров пройтись. Мы просто поехали изначально до мечети, чтобы потом постепенно возвращаться в сторону нашего отеля, как бы не то что пешком, а именно прогуливаться по променаду. Туристов, конечно, очень много, то есть, как вы заметили, много людей гуляют здесь, на этой улице Шератон, ну и не только на улице Шератон, там, где есть торговые павильоны и торговые точки, очень-очень много людей, много туристов, местных тоже много. В общем, ребят, в принципе, как бы Хургада довольно такая, как бы, ну, заполненная людьми. Но, конечно, если свернуть в сторону, влево-вправо немножко с таких вот променадных улиц, то, конечно, ну, это такие вот трущобы, и очень так все выглядит печальненько. Но на всех променадных улицах все красиво, все светится, все достаточно, ну, для Египта еще более-менее нормально. Если сравнить и с Шарм-эль-Шейхом, друзья, вот в Шарм-эль-Шейхе я был очень много раз и был во всех променадных местах, и в старом городе, и в Нама-Бэй, и на Сохо-сквер, даже в Напке, там где движуха, тоже, конечно же, все облазил, все обследовал. Ребят, ну, конечно, в Шарм-эль-Шейхе, ну, интереснее, как ни крути, но интереснее. Просто, ну, в Шарм-эль-Шейхе вот такой большой улицы, чтобы вот так вот именно много-много-много подряд магазинов, как вот на улице Шератон, да, такой улицы нету. Но там есть, получается, Old Market, он тоже довольно такой большой, и много там торговых точек, ну, есть где полазить, что-то купить. И мечеть, конечно, в Шарм-эль-Шейхе намного интереснее. Так что тут просто вы должны понимать, что в Хургаде есть где погулять, есть где побродить, но в Шарм-эль-Шейхе реально это все интересней, и там больше мест, где вы это можете погулять. То есть больше инфраструктуры, как ни крути. Друзья, ну что, будем пытаться ехать домой, то есть, ну как домой, в отель. Подошли к окраине дороги, и сразу к нам подъезжает куча таксистов, сигналит, типа, поехали. Так что, ну, проблем, конечно, уехать на такси нету, но попробуем поймать маршрутку для того, чтобы уехать назад тоже на маршрутке в наш отель, откуда мы приехали. И рассказываю вам за нюанс, который связан с маршруткой на обратном пути. Значит, примерно поймали мы маршрутку за 10 минут. За это время подъезжало несколько маршруток и куча таксистов. Некоторые маршрутки просто не ехали в сторону нашего отеля. А те, которые ехали в сторону нашего отеля, озвучивали минимальную стоимость проезда $2. То есть изначально они говорили и $5, и $4, и $3. Я говорю, нет, поедем за $1. Но мне отвечали, что минимум за $2 они готовы нас отвезти. Первую маршрутку мы отпустили и поехали на второй маршрутке за $2. Да, можно было постоять еще несколько минут, и теоретически можно было бы договориться уехать за $1. Но связано это с тем, что маршрутки были довольно загружены, и, конечно же, водители хотели больше заработать. Так как мы были с детьми, мы не стали тянуть резину и поехали за $2. На этом все, друзья. Показал вам транспорт, показал вам, как выглядит сама Хургада и главную улицу Хургады Шератон. Если у вас остались какие-то вопросы, вы обязательно пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Если вы можете рассказать что-то интересное о вашем посещении Хургады и как вы проводили это время в Хургаде, тоже обязательно пишите всю эту информацию в комментариях под этим видео, я обязательно почитаю. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.